В Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Церемония началась с минуты молчания. Напомню, что с 1969 года при исполнении служебного долга погибли 14 сотрудников МЧС Дагестана. Старший сержант внутренней службы Абдулкадыр Яраметов, старший инспектор госпожнадзора Раджаб Илькишиев, пожарный пожарной части номер 10 города Касписка Радик Гаджиев, начальник пожарной части 16 Гайдар Гайдаров, 4 сотрудника специализированной пожарной части по тушению крупных пожаров города Махачкалы, работники пожарной части 33 село Агвали Али Алиев и Рамазан Аличуев и 4 сотрудника пожарной части 51. Открывая мероприятие, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Эльдар Хамавов отметил, что сотрудники МЧС России всегда помнят о тех, кто, выполняя свой служебный долг, отдал своей жизни ради жизни других.